вами Вика, и в этом видео мы поговорим о главном и любимом, о еде. Совсем скоро грядет просто замечательный праздник Хэллоуин, поэтому в этом видео я покажу тебе несколько угощений на этот замечательный праздник. Все идеи нереально простые, там не нужно ничего ни выпекать, ни еще что-то подобное, так что я уверена, что ты справишься. И да, поставь палец вверх, если хочешь, чтобы на этой неделе вышло еще одно, а может быть и два хэллоуинских видео. Как многие из вас помнят, еще летом я выпускала видео на тему летние напитки, так что напиши в комментариях, обязательно напиши внизу в комментариях, прямо сейчас нажми на паузу и напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты видео про осенние напитки. Буду очень ждать твоего комментария, а мы начинаем! Для первой идеи нам понадобятся чупа-чупсы, белые простые бумажные салфетки, атласные ленты, канцелярские резинки, а также черный маркер. Все нереально просто. Для начала я обматываю салфеткой чупа-чупс и фиксирую канцелярской резинкой. Затем обматываю и завязываю на бантик атласной лентой и рисую черным маркером глазки нашему привидению. Ну а эта идея нереально проста, нам понадобится хлеб, колбаска и сыр. Для начала я отрезаю колбаску и хлебушек, затем подгоняю хлебушек под форму колбаски и дальше кладу сыр. И вот как раз на сыре я вырезаю какие-то прикольные рожицы. И как оказалось, вырезать из сыра смешные или страшные рожицы не так уж и просто. Но получилось, по-моему, очень круто, а главное вкусно. Ну а для последней идеи нам понадобится всего лишь виноград и зубочистка или шпажка. Все нереально просто. Я нанизываю виноград на наши шпажки, а затем шоколадом или чем-нибудь еще рисую нашим гусеничкам глазки. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты видео про осенние согревающие напитки. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео и удачного Хэллоуина, пока! Я назову его Дином, а выйду за него замуж.